Здравствуйте, дорогие друзья! В следующем видео сделаем рубашку с коротким рукавом. Делается легко. Берем прямоугольный лист бумаги, цветной односторонний. И давайте начнем. Берем лист бумаги. В моем случае получается размером 278 мм на 138. Нижнюю линию мы закладываем на верхнюю линию. Складываем пополам, получается. Проглаживаем. Проглаживаем. Раскрываем. Наведем линию сгиба. Вот эту линию по центру закладываем. Проглаживаем. Проглаживаем. Делаем то же самое. Проглаживаем. Берем, отгибаем здесь небольшой краешек. Это будет воротничок рубашки. Можем сделать немножко пошире, чтобы был побольше воротничок. Загибаем. Раскрываем. Раскрываем. Вот такая у нас заготовочка получается. Эту линию закладываем на вот эту линию. Получается у нас здесь линия сгиба. С одной стороны. С другой стороны. И закладываем. Делаем то же самое. Переворачиваем на другую сторону, отгибаем. И теперь вот эта линия у нас получается будет на одной линии. Проглаживаем. Отгибаем. На другую сторону переворачиваем. И теперь закладываем. То же самое к центру. Закладываем. Вот эту линию мы кладем на эту линию. Вот таким образом. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны, эту линию на эту линию. Проглаживаем. Эту линию закладываем к этой точке. Подравниваем рукава у рубашечки. Берем, загибаем по вот этой линии воротничок. Немножко здесь сделаем точечку с огнем для ориентира. Вот наша точечка. Этот угол к этой точке закладываем. Проглаживаем. Этот угол к этой точке.
проглаживаем. И эту точечку запускаем под воротничок. Проглаживаем. И у нас получается такая рубашечка симпатичная. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жиглёв Алексей. До скорой встречи. Пока. Также обратите внимание, что у нас воротничок здесь побольше, здесь поменьше. Кому как больше нравится. В следующем видео сделаем галстук. Делается несложно.